тоже обрезал все листья внизу до первой кисти. Свои семена. Два маленьких парничка. В общей сложности 2 на 2. Вот таких вот. Что еще нужно для прекрасной жизни в деревне? У этих помидор для того, чтобы томаты наши росли. И я каждый раз через 10 дней все-таки поливаю вот таким средством, как Profit Gold.